Здравствуйте. Итак, мы ведем трансляцию, прямую трансляцию с матча. Денис ЭБС, кто там? Денис, кто это? Мы видим, что Денис делает лучше. У него лицо очень серьезное. Да, он настолько серьезный. Да, у него рука идет. Он вот так вот делает. Первый удар он вообще вот так вот делает. Что ты делаешь? Да, дядь, да, за Денис. Дядь. Второе мое. Денис делает. Меня вызывает вопрос, кто же все-таки победит. Денис или непонятно кто? Я думаю, что Денис. Очень напряженный момент. Нет, Денис, у него были серьезные ошибки даже сейчас в этом движении. Ну что ж, смотрим. Это ужас. Я волнуюсь. Кто же выиграет? Сейчас у меня есть. Нет. Это финал. Они два туля делают финал. Или нет? Это финал. Дениска. Сосиска. Давай, Денис, я за тебя. И мы уже видим, что Денис делает четче. Хотя пока что не скажешь. На второй круг приглашается Зайцев Владимир. Контрацов. Да что ты делаешь? Я отсюда, блядь. Вячеслав, ты что? Да что ты делаешь? Да потому что надо уметь. Надо, чтобы и это тоже был видел. А вообще тут бомж. Я так и знал. Ладно, до свидания.